В 2019 году был завершен первый этап реконструкции верхнего парка в центре города Рязани. Большинство дорожек были выложены тротуарной плиткой, отреставрирован памятник Сергею Есенину, в парке появились клумбы и выполнено ландшафтное озеленение. Этим летом запланирован второй этап благоустройства верхнего парка. В текущем году запланирована работа по устройству освещения и установке малых архитектурных форм. Также в этом году планируется пока устройство детской игровой площадки. Рассматриваются возможности уже со стороны администрации. Уже заключен контракт с фирмой-подрядчиком, которая будет выполнять работы по реконструкции парка. Работы планируется начать в ближайшее время. 17 июля заключен муниципальный контракт на выполнение работ с ООО «СК «Вираж». По контракту срок выполнения работ до 30 сентября. Администрацией города Рязани разработана проектно-сметная документация, из которой следует, что второй этап благоустройства парка предполагает установку урн, скамеек, освещения. На реализацию второго этапа реконструкции парка планируется выделить из средств федерального бюджета 30,5 миллионов рублей. На 2021 год запланирован третий этап реконструкции верхнего парка. Он предполагает полное завершение работ по устройству детской площадки, ландшафтному озеленению и системы видеонаблюдения по периметру всего парка. Семен Иванов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».